Всем привет! Сегодня хочу сказать несколько слов про то, где я иногда покупаю инструмент по нормальным ценам, немного дешевле, чем везде. Итак, последних где-то года 2-3, я когда заезжаю в Ашан, а я обычно туда еду за продуктами, если надо затариться, то я захожу еще в отдел инструмента. Я заметил, что некоторые инструменты там значительно дешевле, чем, допустим, в том же строительном магазине, каком-то супермаркете или на рынках. Я думаю, это, скорее всего, сделано для того, чтобы у нас люди обычно туда за продуктами едут, а так видят еще какой-то инструмент, раз еще того накидал, там то дешевле, того накидал. Ну, короче, хоть какую-то прибыль, но все-таки есть там. Пусть небольшая, но лучше так, чем никак. Вот. И, значит, заметил там, ну, вот приведу несколько примеров по последним покупкам. Значит, вот, допустим, такая мелочь. Ну, дешевые щетки по металлу обычно. В строительных магазинах, там, допустим, гривен там по 12, может. Там 8 с чем-то, по-моему. Вот цены вот такие. По 10 гривен. В строительных магазинах заметно дороже. Одна у меня уже поломалась, но это была моя вина, потому что я сжимал две длинные трубы 40 на 25, и где-то кто-то с другой стороны, ну, вот эти вот лазы сверху придавал фермом, и кто-то где-то сдвинул сбоку, ну и соответственно она даванула ее в бок и выломалась просто. А если просто ровные две части какие-то между собой сжать, то довольно-таки хорошо фиксирует. Более 10 гривен для такой ступцинки нормально. Да. Дальше. Вот такие ступцины. Одну я покупал в прошлом году. В каком супермаркете, не помню, и где именно. Цена была там 30 с чем-то, там под 40 гривен где-то. Она мне как бы понравилась. Вот такая вот такая штучка, если на перекос зажимать, то вываливается. Ну, то не только здесь такая проблема, это на любой ступцине такое может произойти. Но ее можно расклепать и будет работать еще. Еще взял в этом году еще две. Это уже в Ашане и по цене где-то 24 гривны, по-моему, что такое. Причем я заметил, кстати, два Ашана у нас есть в Киеве. Ну, больше, я имею в виду возле меня недалеко. Один в районе Петровки, второй где-то километра два в сторону Троещины. Так вот, в нашем цене немного дороже, а в Троещинском, в нашем, по-моему, такая струбцинка была 26 гривен, а там 24. И палатку я также когда-то покупал, заметил, что там в нашем дороже, а в Троещинском чуть дешевле. Ну, это такое. Значит, вот еще круги отрезные тоже заезжал, брал пару раз по пару кругов. В принципе, по соотношению цена-качество, то довольно-таки неплохие такие вот круги, это не реклама. И взял себе сразу десяток, чтобы не ездить. Цена их 9 там с копейками гривен, ну, короче, чуть больше доллара, 1,2 где-то, 1,3. Вот. Ну, короче, что хочу сказать. Если заезжаете в Ашан, то заходите еще в отдел инструмент. Бывает очень часто там довольно-таки интересные цены на некоторые позиции. Ну, а у меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.